В 21 веке студенческие стройотряды – это не обязательно работа на стройках. Второкурсники Сочинского профессионального техникума, будущие электромонтажники, знакомиться с профессией будут в сочинских электросетях. Ребята отреагировали с удовольствием, так как это ведущий наш социальный партнер, ведущая организация в своей отрасли города Сочи, и все хотели попасть. Отбирали самых лучших. Лучшие из лучших попали в сочинские электрические сети. Рад, что меня взяли на практику в Россети. Ожидаю от этой практики получить больше опыта, чем от практики теории. Ну и надеюсь, что будет у меня хорошая характеристика и возьмут после обучения сюда работать. Для Россетей это уже 7-й трудовой сезон студенческих стройотрядов. Для Кубанинерго – 2-й. Теперь к этому движению присоединились и сочинские электросети. Они смогут не только приобщиться к труду и узнать тонкости специальности, но еще поучаствовать в культурной, спортивной жизни нашего предприятия. Данная возможность предоставляется именно весь период их каникул. Более того, эта работа будет оплачиваться, они будут числиться у нас в штате и получать даже за это заработную плату. То есть это будут первые заработанные деньги по специальности. Такая активность энергетиков встречает понимание на уровне ЗСК. Поддержать традиции, поздравить студентов с первым трудовым крещением на предприятие пришел депутат законодательного собрания края, руководитель рабочей группы регионального отделения Общероссийского народного фронта Александр Звягин. На предприятии эффективный менеджмент, и эта эффективная работа, она подразумевает не только возможность для предприятия заработать деньги на территории города Сочи, но и подразумевает у хорошего, правильного руководителя серьезную долю социальной ответственности перед населением. Сегодня студентов познакомили со спецификой предприятия, завели в диспетчерскую, откуда управляют все энергосистемы Черноморского побережья края, рассказали все о подстанции Сочи и познакомились с электротехнической лабораторией, рассказали о правилах производственной безопасности. В рамках трудового лета стройотрядовцы увидят профессию энергетика изнутри и не разочаруются в специальности, уверены наставники. Инга Габеша, Демид Даниловский, телекомпания ФКТ.